видите прикол? Вот этот человек, Сеня, открыл дверь и ушел. А вот эта лошадь по кличке Сеня взял и ушел. Ушел из конюшни ее просто гулять. Дошел до летников. Остановился жрать траву. Молодец какой. Сейчас бы зажигал тут. По всей территории мы бы его тут ловили. Вот красота-то была бы. Сеня, ну-ка давай повествуй историю. Короче, раньше после батута мы гуляли на грибе. Стой, Сень! Мы его раскачивали, там типа гидравлика поняла. Когда мы начали крутиться, он так чуть-чуть на его перекосило, самую малую. Мы думали, что херня. Потом к нам пришел Паша. Катались, я чуть не сдох там. И Соня нам сказала, что он сильно наклонился, и сразу свалила. Паша начал останавливаться, вот там вот это кольцо тормозить. Кольцо осталось у него в руках вместе с грибом. Вот. И в итоге он уронил этот гриб на меня. А теперь он там валяется. Его отсюда не видно. А? Как не видно? Видно кольцо только это. Эй. Вот этот гриб. Я думал, вот. Красота. Может, стоит ходить сюда и здесь что-нибудь сломать? Нет, Сень, не надо. Пожалуйста, здесь точно дорого. Там-то хотя бы бесплатно. О, смотрите, вот где надо молиться-то. Тигр. У-у-у, троеборье. Кайф. Добрых утра. Тигры, тигры, везде тигры. Что это? Лермонтов. Маленький, но очень гордый орел. Это чей флаг? Это типа много российских флагов, я понять не могу. Смотри, банкетный зал какой клевый. Смотри, какой этот банкет. Yes. Кушаем травку, муравку. Да, Оскар, именно этого ты хотел сегодня утром. Скажи что-нибудь людям. Сейчас будет 125. Сейчас будет мясо. Лошадка прыгалась до 25 первый раз в своей жизни. Допрыгала до конца. Yes, of course. Какие у нас пятки. Давай, расскажи, куда дели наш гриб. Так ты сейчас зайдем, и ты его снимешь. Сеня, у нас случайно не на улице будет пати? С этим вопросом я живу ровно 2 секунды. Косплей на дружко. Сень.
Ее. Троеборье. Кайф. Особенно то окно. Вообще-то меня сейчас потянут за вами. Идея плохая, он меня убежит сейчас. Да ладно. Где ты взял это мясо? Видите, как все штука было, вот и я не вижу. Да, у меня было хорошо, у меня, ну, с жопы было, походу. Это я не знаю, откуда, с ноги, что ли, срезали. Он даже его скоро не ест. Да Сеня! Он убежал. Короче, как нас, идем в Вуд. Давай быстрей. Да какие нет Вуд. Давай быстрей. Зачем в ходик заряжать, я не понимаю. Миссия прошла успешно, сейчас мы вынесем им хату просто и крадем всю воду. Дай твоя сказала с***. Ну-ка, ну-ка. Она что тут живет, серьезно? Офигеть, где люди живут? Кошмарик. Давай. Ну, говори что-нибудь. Хорошо, гриб. Пацана, мы его вчера сломали. Тебе хорошо, Сень? Ты ломаешь вторую карусель? Ну что, Сень, как тебе? В жопу дует, а еще это кляча не видит. Дебил. Ой, киса. Обрежи штуки. Расскажи о банкете. Сеня, расскажи, что ты думаешь о банкете. Ща наргаю. Он дурак, дурак, дурак. Сходи, принеси, пожалуйста. Ну и ладно. Ребята, забудьте все, что вы видели до этого. Тут у нас вообще дискач. Все запотело. В жопу. О, лицо. Дискач. Уносит вообще дискотека. О, боже мой. Видно? Передаем привет. Чтоб вы понимали, я так еще никогда не колбасилась. Блин, как люди могут только с алкоголем так колбаситься? Я не понимаю. О, темнота, зашибись. Я так и не поняла, еду я завтра что-то и не еду. И походу я хрипла, зашибись. Ой, ладно.